Благоустройство, поддержка незащищенных слоев населения, образование – проекты, которые напрямую влияют на благосостояние граждан. В музейном комплексе «Артишок» провели торжественный прием партии «Единая Россия», подвели итоги года. Например, именно благодаря проекту «Народный контроль» в магазинах стало меньше просрочки, а качество жизни инвалидов повысилось за счет программ по созданию доступной среды. Это практически все это достигнуто за счет того, что вы, как члены партии «Единой России», как члены первичных организаций, как работники административного аппарата, приложите все усилия для реализации государственных программ региональных Московской области, муниципальных программ и наших партийных проектов. Потому что все, что называлось вчера как достижение, все это результат реализации именно этих направлений работы. В ходе торжественной церемонии наградили активных членов партии, начальников отделений, а также сторонников. Благодарственную грамоту получил и многократный чемпион по стрельбе из лука, паралимпиец Михаил Диктованный за реализацию проекта «Единая страна. Доступная среда». Спасибо хочу сказать всем вам, потому что партийный проект по защите и улучшению качества жизни людей с инвалидностью, вы в этом участвуете все вы. Спасибо администрации города, спасибо нашим депутатам. Спасибо главе города. Как отметило партийное руководство, планов впереди множество. Уже сейчас разработан ряд инициатив, которые коснутся прежде всего социальной сферы. Все они направлены в администрацию президента с просьбой учесть в январском послании.